маленькая эта коровочка теленок. А вон беленькая маманя. Цвета георгина заменяет солнце. У нас радостное сегодня состояние, дождя нет. Немножечко из облаков начинают просматриваться горы, виднеться. Тибетский инструмент тумна. Тибетан мюзик. Деревушка. Прошли только что, поели в ресторане. Попили ласи. И продолжаем путь в Сибрвесии. Дождь вроде бы ушел, но очень туманно. Такая милая деревушка, где живут шерпы, называется манджи. Потрогала животных, как защищающих их дома. И вот такие красивые цвета. Намасте, это шерпа. Шерпа. Yeah. Nice to meet you, because you first шерпа. Yeah. Хозяйка показывает кухню. Wow. It's beautiful. Very clean, nice. Wow. Вот мы в гостях у шерпа. Я не ожидала, что это так классно, красиво. Yeah, намасте. Тащители. Yeah. Eating good. Вода под напором, на лопасти. И течет на лопасти, создает давление. И поэтому все время крутящийся барабан. С молитвами, на ломане под лицом. А сверху растет огромные деревья рододендры. Это манифу. Говоря молитву о манифу, мы получаем благословение и денежный поток. А еще внутри там колокольчик.